История любви. De los ojos se te va y tu ilusión se quedó esperando una vez más, consumiéndose entre el alma y la razón. No supieron llegarte al corazón, ni siquiera rozarte en el alma. Герман, Алисия не виновата, что Андрес безответственный человек. Сергей, я и так нервничаю. Не надо заступаться за свою протеже. Мои отношения с Алисией, не будем тратить время на пустые разговоры. Ты напрасно считаешь Андреса безответственным. Вот как? Да. Тогда почему его постоянно приходится искать? Это не безответственность, Серхио. Дело в том, что Андрес против строительства коммерческого центра. Я готов стереть его в порошок. Я говорил, что ему нельзя доверять, это хитрый лис. Ничего, я с ним расправлюсь. Каким образом? Я получу документы на землю, чего бы это ни стоило. Ты знаешь цену. $1 000 000. Ты заплатишь ему? Как бы не так. Ты надеешься, что эти документы Мартин Каранца уступит тебе даром? Ты получишь их только если он умрет. Неужели ты хочешь его убрать? Совместное производство компаний Телесинко, Сонотекс и Телефе. Продюсер Рауль Лекуна. Катрин Фулоп и Карлос Мата в фильме «История любви». Авторы сценария Даниэль Дель Бене и Альберто Баррера. В фильме снимались Мабель Ландо, Генри Сакка, Мануэль Карильо, Дебора Уоррен, а также Марта Альбертини, Хуго Кассианси, Альфредо Семма, Карлос Мена, Алехандро Гавиланес, Инес Молина, Эдда Бустаманте, Асвальдо Сабатини, Оскар Боччо, Эухения Бонель, Гастон Карвальо, Адриана Алькок, Исабель Спаньоло, Ива Куцарида. Режиссер-постановщик Тато Флехер. Девочки, внимательнее, старайтесь. Андрес, наконец-то, я звонил в офис, Алисия не знает, где тебя искать. Где ты был? Мне не хотелось идти в офис. Налей-ка мне. Конечно, нет проблем. Догадываюсь, где ты был. У Барбары. Ясно. Ты просишь выпить, значит, новости плохие. Ты очень сообразителен. Андрес, ты знал, что если скажешь Барбаре правду, она от тебя уйдет. На что ты надеялся? Что любовь поможет нам все преодолеть. Я больше не хочу об этом говорить. Ладно, не будем. Поговорим о делах. Сегодня вечером здесь состоится показ мод. Салон Хави празднует юбилей. Ты в курсе? Я не буду на этом показе, не уговаривай меня.
Как ты можешь? Я на тебя рассчитывал. Тише, на Барбару нельзя кричать. Между прочим, я совершенно спокойна. Что-то не очень, дорогая. А за что я страдаю? Ну вот, я чувствую себя виноватой. Нет, 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 ты не виновата. Просто я огорчен. Моему салону 5 лет, а лучшей модели не будет на показе. Значит, я тебя огорчила. Почему ты не хочешь выйти? У нас такие красивые платья, Барбара. Не хочу. Объясни. У меня личная причина. Я не приду. Вы только послушайте. Я не буду участвовать. Друзья мои, перестаньте кричать. Что? Что? Теперь послушайте меня. Андрес придет или нет? При чем здесь Андрес? Аманда, пожалуйста, взгляни, все ли в порядке в салоне. Вы позвали меня на примерку. Мы будем примерять платье или нет? Кого ты будешь переодевать? Меня, что ли? Хорошо, когда я понадоблюсь, позови. Отлично. Обязательно позову. Скажи откровенно, Барби, ты не хочешь выступать, потому что ты поссорилась с Андресом. Кто тебя тянул за язык? Ответь мне, пожалуйста. Хорошо, я отвечу. Я не буду выступать, потому что я не хочу. Не хочешь? Ответ достойный профессионала. Не издевайся, Хави. Ты мне нужна именно на этом показе. Если бы я знал, я бы позвонил Сидни Кроуфорд. Звони, я нечистолюбива. Кошмар. Где искать Сидни? Как связаться со Стефани Кран? Куда пропала Клаудио Шифер? Что мне делать? Что надеть? Не знаю, что мне надеть? Надо выбрать платье, в котором я буду выглядеть наиболее сексуально. Зря стараешься. Когда Андрес увидит, как манекенщица расхаживает по подиуму почти в неглиже, он едва ли обратит на тебя внимание. Если тебе нечем заняться, отправляйся к себе в комнату. От тебя никакого толку. Хули, ты не сердись. Ты же знаешь Эухению. О чем ты? Что за намек? Я говорю глупости? Я так не сказала. Это твои слова, а не мои. Вы обе сплетницы. Я от вас устала. Тогда уходи. Покараулю запасной двери. Не думай, что Хорхе будет выходить через гостиную. Хорхе от меня не прячется. Ты не представляешь, насколько ты глупа. Уверена, она прождет до утра. У них с Хорхе действительно не ладится. Он ее не любит. Для чего же он с ней встречается? Не знаю. Давай поговорим о более интересном. О сегодняшнем вечере. Да, Мартин. Ты сам говорил, что я деловой человек. Я считаю, что ты вправе претендовать на эту сумму. Конечно, у нас есть деньги. Иначе бы я тебе не позвонил. Да? Нет, не волнуйся. Ты принесешь документы и получишь деньги. Это джентльменский договор. Да. Нет. Я скажу, где и когда. Да, Андрес был здесь, но он уже ушел, Герман. Он не сказал, куда? Нет, не сказал. Я передал ему, что звонили из офиса. Но он проигнорировал. Ну что ты, наоборот, он принял это к сведению. Я подумал, что он отправился в фирму. Он приедет. Или позвонит. Он не приезжал и не звонил. Начо. Не надо его защищать. Ты знаешь, что сейчас творится у нас в доме. Ты почти член нашей семьи. Как его друг, ты должен ему помочь. Хорошо, Герман, но как я могу помочь? Очень просто. Скажи, что происходит с Андресом, Начо? Что с ним такое случилось? Клара, дорогая, любимая, жизнь не всегда бывает такой, как нам хочется. Понимаешь? Сейчас главное рассказать Барбаре правду об Андресе.
Можешь не беспокоиться. Андрес и Барбара расстались. Правда? Ты не обманываешь? Когда я тебя обманывала? Приехав сюда, я позвонила домой. Сказала, что скоро увижу тебя. Барбара сообщила мне, что порвала с Андресом. Какое счастье. Альфредо, почему ты не хочешь, чтобы Мартин и Барбара боролись за твое освобождение? Клара, ты же знаешь, что мне угрожали. Я не могу рисковать вашей жизнью. Пойми меня, Клара, прошу тебя. А если Андрес и Барбара снова будут вместе? Хави, это ужасно. Я не могу это надеть. Маги, что ты говоришь? Тебе очень пойдет этот купальник. Дизайнер сделал его специально для тебя. У тебя такая великолепная фигура. Ты будешь неотразима. Тебе вообще все всегда идет. Послушай, Хави. Что, дорогая? У тебя в комнате лежат красивые платья. Если можно, я бы их примерила. Конечно, милая. А ты не хотела участвовать? Ты хочешь, чтобы я передумала? Нет, нет, солнышко. Я очень рад, что ты согласилась нам помочь. Вот что. Аманда. Да? Ты не забыла, что Барби должна выйти в свадебном платье? Оно в комнате. Свадебное платье? Да, платье невесты. Нет, Хави, о свадебном платье мы не договаривались. А это? Нравится? Да. Красиво. Не обманывай, мне не идет? Честное слово, оно прекрасно на тебе сидит. Тогда почему у тебя такое лицо? Просто я подумала, странно, что твоя мама решила пропустить показ. Да, я с тобой согласна. Есть чему удивляться. Но не будем об этом. Как ты думаешь, мне убрать волосы? Добрый день. Здравствуй. Где Ухения? Не знаю. Она здесь не появлялась. Странно. Я думала, она меня ждет. Пусть она мне позвонит. Хорошо. Хорхе, подожди. Ты можешь выйти через гостиную? Ты не простой служащий, и тебе незачем пользоваться запасным выходом. Да. Ты права. Ну, пока. Пока. И Ухени будет ждать его у выхода из кабинета. Может сказать ей, что он ушел? Нет, зачем? Вернемся к нашим делам. Да. Думаю, ты должна показать платье маме и узнать ее мнение. Точно. В чем мама разбирается, так это в платьях. Я скоро. Что тебе надо, Маринес? За работой ты смотришься очень сексуально. Послушай, моя жена и дочки сейчас дома. Я знаю. Ты должна уйти, уходи. Я пришла тебе напомнить, что ты обещал провести со мной ночь. Нет, нет, это сумасшествие. Я чувствую, что это будет сегодня. Нет, сегодня не могу. Да, ты сможешь. Придумай что-нибудь. Маринес, прошу тебя, уходи. Хочешь, я открою? Нет, нет, уходи немедленно. Я могу быть прекрасной секретаршей. Уходи. А где Хорхе? Он куда-то вышел? Что ты здесь делаешь? Я пришла предложить твоему отцу кофе. А Хорхе нет. Он ушел? Как ушел? Через дверь в гостиной. Августа, я принесу кофе. Извините. Ведьма. Настоящая ведьма. Здравствуй, папа.
Бабушка у себя? Явился наконец-то. Я был занят. Я знаю, что ты меня искал. Поэтому не торопился. Так не может больше продолжаться. Я хочу задать тебе один очень важный вопрос. Ты намерен работать в фирме или нет? Отвечай, Андрес. Я жду твоего решения. Ты уходишь? Какое твое дело? Как ты разговариваешь с Маги? Отстань, Барбара. Что такое? Ты куда? Мануэль! Что с ним происходит? Он стал неуправляемым. Я ничего не понимаю. Барбара, помнишь, Мануэль говорил, что влюблен в одну девушку? Он и тебе рассказал? Они поссорились. В чем дело, Маги? Эта девушка я. Что? Извини, папа. Мне надо поговорить с бабушкой. Я хочу услышать ответ. Папа, если бы ты знал, что жители квартала, на месте которого ты намерен создать коммерческий центр, не хотят уезжать, стал бы ты его строить? Мы занимаемся бизнесом и зарабатываем деньги. Мы не благотворительное общество. Ты меня разочаровал. Это ты меня разочаровал. Я буду строить коммерческий центр, нравится тебе это или нет. Мне неприятно, что ты выступил против собственной семьи. Решай. Если ты не участвуешь в проекте, уходи из фирмы. Как скажешь. Мне надо поговорить с бабушкой. Я увольняю тебя, Андрес. Я ухожу по собственному желанию. Привет. Что случилось? Я погорячился. Я думал, что ультиматум на него подействует. На кого? На Андреса. Он ушел из фирмы. Серьезно? Дорогой, не волнуйся. У тебя есть другой сын. Он верен тебе, хотя и не знает, что ты его отец. Ванесса, неужели ты думаешь, что Серхио сможет заменить Андреса? Мне не нравится твой тон. Серхио блестящий юноша. Знаешь, Ванесса, пожалуйста, не обижайся. Но 10 Серхио не заменят одного Андреса. Ты пожалеешь об этих словах. Клянусь, очень пожалеешь. Ты уверен, что он придет? Непременно. Я сказал, что принесу деньги. Он должен клюнуть. Андрес, ты просишь ключи от квартиры, которая находится рядом с портом? Да, бабушка. Сейчас. Вот они. Зачем они тебе? Я хочу побыть один. Ты решил от нас уйти. Я же сказал, бабушка, мне надо побыть одному. Там мне будет лучше, чем дома. Не волнуйся, я буду тебя навещать. Простите за опоздание. Так получилось. Ничего страшного. Я так долго ждал, что несколько лишних минут — это пустяки. Ты принес миллион? А ты принес бумаги? Разумеется. Я хотел бы взглянуть. Хорхе? Mm-hmm.
Хочешь пересчитать? Ну что ты, Августа. Мы ведь джентльмены. Ну что ж, бумаги твои. Все просто, стоит только договориться. Нет, Мартин, не все так просто. Не думал, что ты на такое способен. Я и сам не думал. Мы вообще плохо себя знаем. Чужая душа потемки, но и своя собственная покрыта мраком. Магии этого не может быть. Я не виновата. Барбара, думаешь, я хотела позабавиться? Мануэль давно в меня влюблен. Тогда объясни, почему ты раньше мне об этом ничего не сказала. Я не подозревала, что это настолько серьезно. Послушай, нам пора, мы опоздаем на показ. Кто бы это мог быть? Не знаю. Мартин! Мартин, что с тобой? Мартин! Что ты сказал? Ты ушел из дома и уволился из фирмы? Я хочу быть свободным, Начо. Хочу быть самим собой и ни от кого не зависеть. Ты сошел с ума. На что ты будешь жить? Ты забыл, что я твой компаньон? Да, но бар приносит одни убытки. Мы придумаем, как сделать его рентабельным. Насколько я понял, Хави хорошо заплатил за сегодняшний показ мод. Верно? Да, но все ушло на погашение старых долгов. Старых долгов? Да, долгов. Ты по-прежнему играешь на скачках. Андрес, ты не так понял. Давай поговорим серьезно. Откуда ты брал деньги? Признаться... Нет, 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 нет. Что вы сделали? Нет, этот свет никуда не годится. Кто вас этому учил? Не знаете, как надо освещать подиум? Что это? Никуда не годится. Все плохо, ужасно, кошмар. Я тебе заплатил. В чем дело? Не кричи, Хави, все в порядке. Сделайте, пожалуйста, как он хочет. Вот именно, как я хочу. Что с тобой случилось, Мартин? На меня напали. Напали? Когда? Где? Барбара, ты видишь, в каком он состоянии. Надо срочно промыть ему раны. Сейчас. Сейчас я принесу бинты, спирт, все, что найду. Тебе плохо? Как ты думаешь? Не знаю. Думаю, что плохо. Да, ты умеешь поднять настроение. Что значит не пойдешь? Я неважно себя чувствую. Мне нехорошо. Жаль, но придется остаться. Значит, я буду одна. Почему одна? А, Эухени? Лучше идти одной. У меня есть идея. Давай уговорим твою маму. Она же сказала, что не пойдет. Ты сама слышала. Попробуем ее убедить. Что скажете? Как я выгляжу? Нравится? Ну, кто из нас ей ответит? Индейцы называли его священным, уникальным. Все получается так, как мы с тобой планировали. Планировали? Дорогой, у нас ведь общие интересы. Если Андрес покинет дом, мы останемся здесь хозяевами. Мама, ты меня пугаешь.
А меня пугает, что ты путаешься с секретаршами. Что с тобой, Серхио? Разве я не учила тебя, что надо стремиться к успеху всеми силами? Мама, не кричи, нас могут услышать. Германа нет, старуха спит. Мы одни и можем поговорить о будущем. Думая о будущем, ты забываешь о прошлом. Что ты хочешь сказать? Мой отец жив. Я хочу его найти. Даже не думай об этом, Серхио. Герман относится к тебе почти как отец. А сейчас он лишился Андреса. Андрес просто переехал. Он также ушел из фирмы. Ты должен занять его место. Ты не понимаешь, что они скоро помирятся, и все будет как прежде? Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось. Здравствуйте, добрый вечер. Добро пожаловать. Проходите, пожалуйста. Привет. Как дела? Я очень беспокоюсь за Барбары и Маги. Почему их до сих пор нет? Они скоро придут. Меня больше беспокоит Андрес. Беспокоит? В каком смысле? Точно. Он же не знает, что здесь будет Барбара. Я ему об этом не сказал. Если он узнает, он не выйдет в зал. Где он? Наверняка проверяет финансовые отчеты и злится на меня. Начо, давай это будет нашим маленьким секретом. Ему ничего не скажем. Ничего. Хави, что с Барбарой и с Маги? Их до сих пор нет. Не подливай масло в огонь. Я и так не нахожу себе места. Они скоро придут. Только успокойся. Надеюсь, осветители не подведут. Сеньора Лемуан, какая радость. Добро пожаловать. Там есть свободные места. Привет. Как дела? Привет. Где ваши женихи? Почему не пришли? О, будьте с ним осторожны, я его знаю. Герман? Это Августо. Участки теперь мои. Я иду только потому, что ты меня об этом просишь. Мама, не жалуйся. Я знаю, что ты обожаешь показы мод. Маринес, ты решила остаться. К сожалению, я очень плохо себя чувствую. Наверное, съела что-нибудь. Давай вызовем врача. Не надо. Я прилягу. Желаю хорошо отдохнуть. Спасибо. Выздоравливай. Это Хорхе. Он приехал за мной. Прекрасно. Мы отправимся с ним. У тебя нет машины? Есть, но зачем выводить ее из гаража? Извини, мама. Хорхе приехал за мной. Так что добирайтесь сами. Я пошла. Только посмотри. Она на седьмом небе от счастья. А Хорхе холоднее айсберга. Удивительно. Что здесь удивительного? Всем понятно, что Хорхе ухаживает за ней, чтобы не потерять работу. Я говорю о Маринес. Я не верю, что она нездорова. Думаю, у нее другие планы на сегодняшний вечер. Планы? Мама, ты говоришь глупости. Пойдем скорее заводить машину. Тебе лучше? Да, немного лучше. Ты можешь здесь остаться? Я не хотел бы вас беспокоить. Ничего страшного, да, Барбара? Ты не сможешь сам вернуться домой? Я его отвезу. Дай мне ключи от машины. Мануэль, ты забыл, что у тебя нога в гипсе? Пойдем, Маги. Мартин, оставайся. Мама уехала, можешь занять мою комнату, а мы с Маги сегодня переночуем в маминой. Согласен? Да, спасибо. Отдыхай. Спасибо. Я в состоянии тебя отвезти.
Мануэль, нужно, чтобы ты съездил к Падре Роману. Срочно. Что? Разыщи Падре Романа. Мне надо его увидеть. Девочки, наконец-то пришли. Что со мной было? Думал, умру. Решил, что все кончено. Прости, Хали, возникли непредвиденные обстоятельства. Из них состоит вся жизнь. Не надо рассказывать сказок. Дело в том, что Мартин... Что с этим красавчиком? Идем переодеваться, нас ждут. Забудем на время о Мартине. Умоляю, не нервничайте. Пусть представление пройдет блестяще. Постараемся. Аманда вам поможет. Здравствуй, Начита. Мне хочется пить. Девочки, обслужите сеньора. Конечно, мы все сделаем. Как тебе здесь, дружок? В каком смысле? Нравится? Да. Пойдем со мной, пойдем. Извини. Ты что, на нас смотрят? Зачем ты пришел? Зачем? Чтобы навестить Начо. Придурок ненормальный. На нас смотрят. Хави, мы должны под любым предлогом увезти Андреса, чтобы он не встретился с Барбарой. Я слишком занят. Начо, я понимаю, что сейчас неподходящий момент. Но я изучил финансовые отчеты. В чем дело? Что с вами? Я ничего не знаю, я занимаюсь приемом гостей. И больше ничем. И вообще мне пора бежать. Ладно? Все, извините. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, как я рад. В чем дело? Пойдем посмотрим финансовые отчеты, Андрес. Дела нельзя откладывать. Ты видела, как Мануэль ведет себя с Мартином? Все дело в тебе. Сейчас не время для упреков. Я ни в чем не виновата. Я сама удивилась, когда Мануэль мне признался. И что ты сделала? Выслушала его. Почему Мартин пришел к тебе после того, как на него напали? Не пытайся уйти от разговора. Скажи, что было между тобой и Мануэлем? Ничего. Почему ты спрашиваешь? Я не хочу, чтобы что-нибудь произошло, и прошу тебя... Барбара, хватит болтать, скоро начало. Бегу, Аманда. Чем ты расстроена, Ухения? Все время молчишь. Нет настроения. Вижу, можно узнать, почему? Я представляла наши отношения иначе. Мне скучно. Скучно? А ты ожидала, что это будет похоже на цирковое представление? Кажется, ты в отличном настроении. Ты угадала. Моя карьера складывается удачно. Я очень доволен сегодняшним днем. Зато я им недовольна. Я понял, к чему ты клонишь. Интимная близость — это не главное. И потом, что скажет твой отец? Ты мертвец, Хорхе. В тебе погибло все человеческое. Начо, ты видишь, с кем пришла Эухения? Да. Зачем ты позвал Костанца? А как я их мог не пригласить? Это мои лучшие клиенты. Значит, Хулита тоже придет. Нет, она уже пришла. Ну и вечерок. Хулита, Барбара и Андрес. Мы что-нибудь придумаем. Андрес должен уйти через запасной выход. Ты этим и займись. Палец о палец не ударь. Я, между прочим, заплатил тебе 8 тысяч. Это что, много? Это грабеж. Зачем я согласился иметь с тобой дело? И будь осторожен с Исабель. Она пришла с дочерьми. Исабель! Хави! Моншер! Красная тебе к лицу! Мерси! Ты восхитительна! Привет, Начо! Прекрасно выглядишь! Я не хотела сюда приходить, это неразумно! У меня был твой муж! Августа? Да! Почему ты мне не сказал? До этого момента не было возможности! Чего он хотел?
Да так, тебе не о чем беспокоиться. Привет, Начо. Привет, Хулита, как дела? Хорошо. А где Андрес? Не знаю. Вот он, пойдем поздороваемся. Ну, что скажешь? Лучше и быть не может. А ты не верил, что я справлюсь. А я всегда выполняю свои обещания. Ну что ж, надо браться за работу. Да. Можешь сказать Андресу, что видел бумаги на землю. Пусть он принимается за проект. Нет, Андрес ушел из фирмы. Герман, это шутка. Нет, Августа, я не шучу. Все очень серьезно. Видимо, я совершенно не знаю своего сына. Не волнуйся. Я найму архитектора, который закончит проект. Нет, я сам этим займусь. Если хотите, я сварю еще кофе. Не надо, унеси все, папа. Да, сеньор. Спасибо. Почему Андрес ушел? Герман. Какая красавица. Спасибо. Маринес, ты не ушла? Ты хотела идти на показ мод. Да, но мне стало нехорошо. Кажется, все прошло. Ты уходишь. Да, верно. Я ухожу. И не вернусь ночевать. Извините. Что ж, я тоже ухожу. Могу тебя подвезти. Большое спасибо, Герман. Вы очень внимательны. Но мне надо сделать один звонок. Зачем Мартин хочет меня видеть? Не знаю, падре, он послал меня за вами. Его избили. Впрочем, все не так страшно, как показалось магии Барбаре. Все это очень странно. Ладно, где он? В комнате Барбары. Идите, падре. Я за вами, идите. Мартин! Наконец-то. Мануэль, ты взял машину или шел пешком? Я торопился как мог. Что произошло, Мартин? Мануэль, что? Извини, но мне надо поговорить с падре наедине. Хорошо. Как скажешь. Теперь мы одни, Мартин. Что произошло? Это ужасно, падре. Речь идет о бумагах на землю. О бумагах? Весь квартал находится в собственности Августа Костанца. Что? Ты удивлен, что я здесь? Думал, что я не приду? Да нет, я думал совсем о другом. Переживаешь из-за ссоры с невестой? Хулита. Не огорчайся. Я уверена, что вы скоро помиритесь. Почему ты так на меня смотришь? Я не могу желать тебе счастья. Ведь ты... будешь счастлив только с этой манекенщицей. Давай оставим этот разговор. Кого мы видим? Здравствуй. Нас почтила сама Ванесса. Спасибо. Андрес, привет. Ванесса? Не думала, что ты придешь с Хулитой. Какая приятная встреча. Ты ушел из дома? Из дома? Из фирмы. Ванесса, ты всегда появляешься не кстати. И сегодняшний вечер не исключением. Подожди, Мартин. Если я правильно понял, они присвоили себе наш квартал. Именно так и произошло. Я не могу в это поверить, Мартин. Ты хочешь сказать, что раз они украли портфель с документами, бедные люди останутся без крыши над головой? Нет, падре, все не так просто, как вам кажется.
Мартин, я никогда не слышал ничего подобного. У них есть пара документов с подписью. Разве этого достаточно для осуществления их планов? Формально у них есть все права. Ты адвокат, Мартин, и должен понимать, что это не может быть законно. Представь, что я взял бумаги на эту квартиру, а потом заявил, что она моя. Падре, я расскажу вам, как все было. Когда я шел по улице, на меня напали. Все бумаги были при мне. Меня повалили и начали избивать. Я не знал, что здесь будет Хулита. Я бы тебя предупредил. Меня это ничуть не беспокоит. Наоборот, я почувствовал облегчение. Облегчение? Да. Она не пытается меня вернуть, хотя знает, что мы с Барбарой расстались. Правда? Я рад, что она больше не страдает. Мне пора идти. Завтра поговорим, хорошо? Конечно, отличная идея. Кажется, Андрес уходит. Задержи его. Уходит? Он прощается с Начо. Как мне его удержать, чтобы он ни о чем не догадался? Ну, придумай что-нибудь, только поскорее. Не он один уходит. Смотри. Займись Андресом, а я выясню, что случилось. У меня не было другого выхода. Я подписал бумаги. Как мне хочется их убить. А я бы тебе в этом помог, Мартин. Прости меня, Господи. Прости за такие мысли. Барбара в курсе? Нет, нет, я и не сказал. Я решил сначала поговорить с вами. Что будем делать? Знаешь, Мартин, видит Бог, я не хочу никого обманывать. Но... будет лучше, если пока все останутся в неведении. Я тоже об этом подумал. Но у нас слишком мало времени. Костанцо захочет покончить с кварталом как можно скорее. Фильм к эфиру подготовлен отделом дублирования государственной телерадиокомпании «Петербург, Пятый канал». Перевод Ольги Шишковой. Фильм озвучивали актеры Наталья Данилова, Татьяна Иванова, Юрий Радкевич, Александр Баргман, Вадим Никитин. Siendo el mismo de otra manera.